Всем привет, друзья! Меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить легендарную игрушку Call of Duty. И сейчас у нас миссия Rain, 7 марта 1945 года. Приятного просмотра и поехали! Март 45 года. С 99-й и 9-й бронетанковой мы должны занять мост у Ремагина. Форсируем Рейн, и сопротивление немцев будет сломлено. Все, чего я хочу, быть рядом с Хейзел, когда родится ребенок. Но я должен убедить Пирсона вернуть меня на фронт. Я должен найти Цуса. И знаю, он поступил бы так же. Если я не вернусь, Пол, позаботься о них. Воу-воу! Ты куда? А ты как думаешь? Это суицид. Я бы туда не совался. Пирсом в запой. Спасибо. Да ты твою мать шутишь, что ли? Я не брошу Цусмана. Скажи это капеллану, а заместитель, не выполняющий приказы, мне совершенно не нужен. Вы не подчинились, когда отказались уйти без своих ребят на Косырине. Что ты сейчас сказал? Вы слышали? Иди отсюда, пока можешь ходить. Ну, какой Дэвис грозный сказал, пацан. Вы просто пытались сделать для своего взвода все, что могли. Лев. Убирайся! Убирайся! Я никуда не пойду. Вон я сказал! Проклятие! Мне приказали отступить. Но я не мог их бросить и сказал парням, что мы удержим этот перевал до подхода подкрепления, но оно не пришло. Не пришло. Так что да, ты прав. Я обрёк своих на смерть. Иди. Только вместе со взводом. Думаешь, ты такой храбрец, да? Попробуй быть храбрым тогда, изо дня в день вокруг тебя гибнут твои люди. Тёрнер бы не сдался просто. Тёрнер мертв. Так поступите достойно! Нет слишком больших жертв! Ты ничего не знаешь о жертвах! А как вам это? Почетное увольнительное за подписью Дэвиса. Мой билет домой. Я мог бы получить все. Славу героя, любовь своей девушки, черт, даже бронзовую звезду. Но есть последнее задание. Да ты бешеный. Бешеный, это еще мягко. Черт с тобой. Сержант? Я сказал, черт с тобой. Ты принят обратно. Прочь дороги. Думаю, вся шайка в сборе. Нет, не вся. Захватим мост и найдем Цуса. Есть, капрал. Если Цусман жив, он за тем мостом, но его еще надо взять. Ну что, вот и он, последний мост через Рейн. Переправим колонну, и мы в самом центре. Они у нас в руках. Слушай, пан, или пропал. Все нас к этому вело. Держись! Ладно, со мной, давай! Нам надо занять въезд на мост! Есть, сержант. Пошли! Эй, не хочу жалеть, что дал тебе второй шанс. Не пожалеете. Пошли! Ты
Итак. Так, пошло насло. Гоу, гоу за танком пока. Или танк могут кэпнуть? Нет, я, наверное, пойду в обход. Ух ты, ёпперный, смотри, сколько вас. Дайте мне автомат. Нет, я хочу СТГ. Все равно меня всегда удивляло, как это, мать его, ого, как это, мать его, немцы бегают с ППШ, со светками, вот мне это всегда было интересно. Так, или кар взять. Ух, нихера. Вот это я отвлекся. Получил пистолет. Вперед. Ух ты ж, блин. Ну, сука, минус раз. Минус два. Блин, Толик. Снайперят. Так, Шерман взорвался. Окей, теперь можно спрятаться за Шерманом. Я надеюсь. Да, блядь, отойди, Пирсон! Хрен тебе. Давай. Дэниел, Сайл, займите смертными этажами. Да, блядь, сдуреть. Так, это граната полетела? Типа. Так, есть контакт. Патрошики. Патрошики еще никогда на войне не мешали. RJ-42. Не хочу. Нету пока тут ничего. Карабин. Так, хорошо. Пошли наверх. Дэниел, я прикрываю!
Отлично, хорошо. Ага, еще один остался. На пол, фрицы! Твою мать! Ложись! Все чисто! Нифига себе, панцершреки, блин. Так, тут минус. Что надо? Ага, пойти к Пирсону. Как это я не додумался, что надо идти к Пирсону? Отряд за мной! Направляется на мост! Грауты взорвут мост! Надо остановить их! Стайлз, у тебя! Все бросили в бой! Пошли! Мы займемся зарядами! Так, я иду вперед, а Дэниелс и Стайлз прикроют инженеров. Готовы? Да. Погнали. Вперед! Эй, вы! Обезвредьте заряды под основной конструкцией! Раунды отходят! Тихо! И смотрим оба! Иди! Я на прицеле, Дэниел! Огонь! Актор! Стоп! 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 Пирсон, да ёб твою мать, как ты ж, сука, не вовремя, а? Прикольно. Кто убит? Кто еще со мной? Мост устоял. Черт, мост устоял. На нем еще были люди. Вот тебе и чокнутые ублюдки. Вставай! Надо идти! У нас еще есть дело! Вижу фрицев! Укажите мне их позицию! Слышишь? Самолет. У тебя что, галлюцинации? Тут Суки! Нет врагов! Они пытаются разбомбить наш дом! Надо нас вперед! Укажите их позицию! Надо уходить с него! Ух ты ж, там снайпер. Вызовешь минометы, Хорошо. Так, откуда еще там хотели? Так, ну я думаю, я кар, наверное, оставлю. Швыряю гранату! Вставай, 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 я тебя жду. Давай, давай, поднимайся. Минус. Вставай быстрее! Лови! Ты можешь наводить артиллерию! Бросаю гранату!
ёб твою мать, а? Граната! Покажите их позицию! Ты можешь наводить артиллерию! Нормально крепят. Кого не замаслал. А кто это гасит? Ё-моё, у меня тут нет патронов. И тут нет патронов. Подожди, да я патроны хочу глянуть. Поднимусь, отвали. Живо поднимайся туда! Да. Отлично. Ладно, пускай ППШ будет. Сейчас еще пополним боезапас. Прикольненько. Так. Ты что, издеваешься? Полетела граната! Ку-ку. Суки забаррикадировались как. Ага, я тут это все. Был главный, как обычно. Так, это что такое? Отлично. Подойти к Пирсону. Ну, пошли к Пирсону. Ну, ППШ довольно такой неплохой. Автоматик. Пистолет, пулемет Шпагина, по-моему. Называется он, если мне сильно вообще память не изменяет, но по-моему так и есть. Пирсон, давай. Самолеты разбомбят мост. Мы должны захватить зенитки. Дэниел, Ховард, за мной, вперед, живо! Ну пошли захватывать. Опы. Я думал, тут наши уже в окопах. Охотничье ружье с зажигательными. О, это просто песенка. Ты смотри, бляха-муха. Это егеря тут, по-моему. Да-да, егеря. Воу! На чердачок. Так а куда мне, ё? Какая-то зенитка разбомбленная, ё.
Понял, садись за зенитку! Так она... А, не... Расчищай мост! Налево! Есть! Показывай! Право! Есть! Что ты? Получилось ли? Давай, это минус. Я, блядь! Перегрев, сука. Отлично. Они тебя увидели! Вообще кисло. На час! Подумаешь, прицел разбитый. Ага, молодец! На 2 часа! Так, ну. Это наше уже, да? Птички в воздухе! Так у меня нема Патриков. Патриков, нет Патриков на зенитке. Теперь они просят против нас все. Не ходи все! За мной! Конечно, бросят против нас все, а вы что думали? Надо выбираться отсюда. Надо сейчас пополнить Патриками и выбираться отсюда. Ай, не. Так. Я думаю, в принципе, тут можно... Встать! Кидаю гранату! Как это, у меня нет осколочных? То есть. Воу. Это я что, на растяжке стал или куда? Да сваливай. А, понятно. Ух ты. Хрена себе, немчура живучая. Тут даже обрез есть. М30 Люфтваффе. Так, сейчас опять пойдет катсцена. Надо будет их гасить, что же это такое. А, тут только снайпа. Пизда, как так? Окей, сейчас у меня снайпы не будет. Сейчас у меня будет уже Люфтваффе. Что ты мне тогда скажешь? Ну. Раз. Да твою ж то мать, блять, а?
каким макаром мне их присадить-то всех там, ну, блядь. Есть, все, фух. Твою мать. Вижу движение, они выходят. Прекратить огонь. Они сдаются. Все кончено. Все кончено. Напряженная миссия, ничего не скажешь. Инженер. Босс наш. Капрал Гоа. Я должен перед вами извиниться. Ты мне должен гораздо больше. Проходите. Вошли в историю, ребят. Первыми перешли рейд. Что вытаращился? Есть сообщение о лагерях военнопленных. Дэвис приказал не начинать зачистку без его разрешения. А ты знаешь, что делать с приказами Дэвиса? Вас понял, сержант. Ладно. Я горжусь тем, что первый плацдарм на Рейне захватил именно наш взвод. Колонна движется в самое сердце Германии. Мы, считай, уже победили. Но я нет. Нет, пока не найду Цуса. Эпилог. 4 апреля 45 года. Берга, Германия. После моста мы пошли на восток, по пути обыскивая лагеря. Мне казалось, я знал, что такое жестокость. Оказалось, нет. Но одно могу сказать точно. Я никогда не забуду того, что видел. Выжившие сказали, что других пленных и Цусмана забрали в небольшой лагерь в 3 часах к востоку. Остается только надеяться, что он сумел выжить. Четвертое апреля 45 года. Берга, Германия. Будем искать Цусмана. Мне кажется, здесь никого нет. Ну так, жутковатенько, конечно. Чё надо проверять? Это документы сожжённые или что? Наши парни. Доставай фотоаппарат. Люди должны знать.
С ними обращались хуже, чем со скотом. Избивали, морили голодом и заставляли работать до изнеможения. Нацисты хладнокровно убивали наших парней, и никакое адское пламя не очистит их вину. Думаю, их казнили в назидание другим. Убивали самых слабых, тех, кто за ними не успевал. Дэниелс, сюда! Дэниелс! А ну-ка, взгляни на это. Следы ведут в поле, видимо, туда их и повели. Тогда и нам туда. Но, боюсь, шансов мало, Капрал. Я обещал Цусману. Мы его найдем, но не гарантирую, что живым. Сержант, я вперед! Цусман! Круг всегда замыкается. Все, что я сделал, что хотел сделать, будто всю жизнь я шел к этому моменту. Нам пора домой, братишка. Ты умер там, в снегу, потому что я не смог. К черту, я иду, Цусман. Ты не умрешь, брат. Нет, не сегодня.
Я думал, что про нас забыли. Что я тут умру в одиночестве. Попей. Спеши. Ты всегда приглядывал за мной, Пол, и сегодня, думаю, тоже. Лишь одно помогает тебе держаться, если совсем тяжело. Когда рядом с тобой твои братья. История взывала, и вы ответили. Вы все разные, но пришли защитить мир и свободу. Благодарю. И весь мир благодарит. И что бы ни случилось, знайте, вы теперь навсегда причислены к героям. Ну что ж, парни. Цусман хотел отдать тебе. Это тебе больше нужно. У тебя ребенок. Благодарю за доверие. Ты справишься. Джентльмены? Квин! Блудный сын вернулся! С тобой все нормально? Ищу Цусмана. Сержант? Домой, сержант. Да, я дома. Ты опять на службу? Слишком давно я не был в Техасе. Береги себя, Есть. Когда сын спросит, что я делал, скажу, сражался. Вместе с первым и бешеным Пирсоном. Бешеное это еще мягко. Если будешь в Чикаго, заеду. Может быть, я раньше окажусь в Лонгвью. Да, в любой момент. Знаешь, когда нас взяли в плен, они отняли не только свободу. Мы были вместе, но мы были одни. Ища любой выжить. Но ты мог ехать домой героем. Зачем ты вернулся? Я видел жизнь, но жить не научился. До конца. До конца. На сей раз сон был
другим. Мы добрались до дома. Вместе. Я все слышу вой волков, пол. Иногда даже вижу их. Но ты показал мне, как с ними справиться. Так что это твое. Твоя жертва помогла мне понять, что герой рискнет всем для спасения брата. И ты навсегда мой брат и герой.